Всех приветствую, все, кто меня знает, кто меня когда-то слушал или слушает сейчас. Всем желаю любви, радости, мира и счастья. Хотел записать короткое такое предисловие, которое я смонтирую с роликом, который записала моя сестрица Викуля из Англии. Я что-то это заработался, давно обещал, но лучше поздно, чем никогда. Есть на Украине девочка Злата, больная. Это не фейк, это там не какой-то развод. Я поэтому даже, вы знаете, не хочу просто так перекладывать его. А сам тоже хочу сказать, как всегда, что я точно знаю, что это реально существующая нужда у реально существующих людей. Поэтому всем, кто желает помочь, я призываю это сделать. С миру по нитке, голому рубаха. Дальше я ролик смонтирую. Вы уже там все посмотрите, 10 минут. Викуля там все рассказывала, всю ситуацию. Ну и все. Пожелать вам хотел. Ролик-то не обо мне, не буду рассказывать, какие у меня дела. А пожелать хотел всем избавиться от религиозного бреда в своей голове и просто любить друг друга, людей, нас окружающих, как умеете, как знаете, как понимаете, чем умеете, чем знаете, чем понимаете на тот момент, как открыто вам Творцом нашим и Создателем. Делать это надо искренне, от чистого сердца, ибо любовь, она бескорыстна. Вот. Ну или хотя бы уж будьте собой такими, какими вы есть. Пусть не всегда хорошие. Лучше уж искренность, чем лицемерие. Все. Всех, кто меня знает, крепко обнимаю, нежно целую. Пока-пока. Смотрите ролик. Поделитесь им обязательно, если с кем, кому хотите. Ну или сами все, кстати, ссылки на помощь, если там у Викули под роликом что-то есть, я тоже переброшу, конечно же. Вот, можете поделиться либо этим роликом, либо самим пост, либо сами можете пост сделать, не хотите моим там роликом делиться. Вот, какой-то всегда можно сделать, там же будут ссылки на группы Златы. В общем, творите добро по всей земле. Пока-пока. Приветствую всех неравнодушных, милосердных, добрых людей, которые не прошли мимо и просмотрели этот ролик. Этот ролик «Крик о помощи» маленькой девочки, которой 2,5 годика, и у нее сложный, непростой диагноз. СМА, спинальная мышечная атрофия первого типа. Я увидела случайно этот пост, и сердце откликнулось. Поделилась постом братьями, сестрами, всеми родными. И маленькая девочка, Златочка, проходит сейчас лечение и довольно-таки в непростом состоянии. Я приложу ролик. Златочка сейчас проходит лечение и реабилитацию. Хотелось бы попросить помощи. Златочке непростой диагноз, и ей нужна поддержка. Нужна материальная поддержка, так как они проживают на Украине, и им недостаточно средств. Аппараты, которые нужны Златочке, дорогостоящие. Открыт сбор. Я приложу контакты мамы, страницы на Фейсбуке. Также открыта группа в поддержку Златочки. Всегда можно маме написать, я оставлю номер телефона и все данные переводов, а также описание аппаратов и препаратов, и питания, в чем нуждается Златочка. Златочка долгожданный первый ребеночек в семье. Первая половина беременности проходила хорошо. Мама мне написала небольшое письмо, предысторию.
Но вторая половина беременности прошла не очень. Тазовое прилежание, угроза преждевременных родов на 28-й неделе, сохранение. И на 38-39 неделе безродовой деятельности сделали кесарево. И 18 мая 16 года родила Златочка. Как и все обычные детки, вес, рост 3,250, рост 51. Когда отошла Яночка, мама Златочки, от наркоза, доченьку так и не принесли. Вместо того к ней пришел врач, объяснил ситуацию, что девочка очень слабая, 7 баллов по шкале Абгар, у нее гипоксия, отек мозга, возможно, СМА, ее забирают в реанимацию. И после недельной реанимации ее перевели в больницу, где пробыли почти 2 месяца, и выписались уже с диагнозом. Вследствие гипоксии и асфиксии в родах, синдром вегетовисцеральных дисфункций церебрального угнетения. Много. Я зачитываю, что мне мама прислала. И в год и 2 месяца генетики поставили диагноз СМА, первый тип. Земля ушла из-под ног, у нас истерика. Что СМА? Что это? Как не лечиться? Что значит не привыкать? Как не доживет до 2 лет? И семья осталась с болезнью. Сами с собой почти. Долгие поиски в интернете. Слава Богу, они нашли в Харькове, в городе, где они проживают, фонд СМА. И узнали, что можно поддерживать состояние. Сейчас Златочке 2,5 годика. Она очень умная, общительная, веселая девочка. К сожалению, Златочка не умеет ни сидеть, ни стоять, ни ходить, ни держать головку. Она не может самостоятельно переворачиваться. Из-за слабости мышц не развивается грудная клетка. Ей становится трудно дышать, откашливаться. Она нуждается в откашливателе и аппарате неинвазивной вентиляции легких и других аппаратах. Родные и любимые, мы хотели бы сбор открыт на аппарат неинвазивной вентиляции легких. Часть суммы родители собрали. Сумма аппарата, я приложу все фотографии, все, в чем нуждается Златочка. Сбор на аппарат. Аппарат стоит 330 тысяч гривен. Родители собрали почти половину, но эти сборы идут медленно, и слава Господу, что сбор идет по чуть-чуть, но идет. Я приложу картинку аппарата Respirator Trilogy 100. Далее Златочка нуждается в откашливателе. Также приложу фотографию Philips Respironix Cough Assist E70. Сумма аппарата почти такая же, как и аппарата вентиляции легких. 30 тысяч гривен. Это 695 тысяч рублей. Сумма большая, но Златочка очень нуждается, чтобы у родителей, у нее в первую очередь жизнь облегчилась, чтобы ребеночек шел на поправку и был счастлив. Далее. Мамочка также написала о коннекторах для откашливателя. К сожалению, они не могут достать их в Украине.
Пожалуйста, если кто-то видит, у кого-то есть возможность в других странах достать эти коннекторы. Яночка написала, это Г-образный коннектор к трахеостоме. Он может быть как удлинитель, на них указан РФ. Я также приложу картинку. Итак, далее. Златочка теряет в весе. И ей нужно специализированное питание. Я также приложу фотографию. Оно очень дорогостоящее. И, соответственно, очень тяжело снабжать родителям. И питание такое необходимо Златочке, чтобы не развивалась дистрофия. Препарат. Питание, извиняюсь, называется Толерекс. Я приложу картинку. Под этим видео я приложу также имя, фамилия мамы, ее номер телефона. Вы всегда можете связаться и подробности узнать все. Мама открыта для общения. Они проживают на Украине, в городе Харькове. А также оставлю ссылки на страницы Яны и на страницы группы, которая открыта в поддержку семьи. А также виды переводов: Western Union, TransferWise, MoneyGram и PayPal. При PayPal, перечислениях в PayPal, пожалуйста, указывайте для Златы. Родные, любимые, я верю, что Господь поможет нам собрать эти денежки, помочь ребеночку, который действительно в этом нуждается. Все мы хотим быть счастливыми. Давайте всем миром поможем Златочке, замечательной солнечной девочке, обрести не только надежду, но и шансы улучшить ее жизнь, облегчить. Всех благодарю, кто просмотрел этот ролик. И благодарю Отца Небесного за возможность славить имя Его Святое. Благодаря всем, особенно людям нуждающимся, у которых нету возможности помочь своему ребенку. У всех вас есть детки, у меня есть детки, и я знаю, как порой бывает сложно проходить некие обстоятельства, испытания. Но давайте поможем Златочке. Спасибо всем. Храни Христос ваши семьи. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аминь.